Очень оригинальный, интересный удар демонстрирует аргентинский спортсмен. Говорит, что этот удар называется удар марадонный, поэтому он исполняется с ноги, одной ногой, одной рукой. Насколько это марадонне удается, можем наблюдать. Оно дійсно таке враження, що Джумелія на чемпіонаті світу з футболу забив переможний гол. И в глазах всей Аргентины вознес Марадону еще раз. Радіє не менше. Зараз заспокоюю публіку. При данном ударе падение битка нарушением не засчитывается. Главное, чтобы биток залишився в межах столу. Да. Основное условие, чтобы биток не выскочил за пределы поля. В данном случае пределы стола. Падение в узу нормально. И вот мы видим, восьмерка, буквально уходя от борта, как бы на последнем дыхании падает в узу. Кохайте меня!